Я Алёшкин Фарид. Боксом занимаюсь 6 лет. За время занятия боксом провел 314 боев. Секцию бокса меня привел отец, и который является на данный момент моим тренером. С тех пор я посвятил свою жизнь боксу. А сейчас я вам покажу свою комнату славы. Хочу начать, наверное, с самого значимого боя в моей карьере. Это было в финале чемпионата Европы. Я встретился с Ломаченко. Он дважды становился олимпийским чемпионом, был признан лучшим боксером даже на одной олимпиаде. Следующий свой кубок, это на следующий год после того, как я стал вторым на чемпионате Европы, я поехал на чемпионат Европы в Болгарии и уже был там признан лучшим боксером, за первое место меня наградили. Рядом вы видите кубок, который мне подарили на кадыровском турнире, именной турнир 10-й был. Моя любовь к боксу распространилась не только на ринге. Также я был удостоен награды от Карачаево-Черкесской Республики за усердие и вклад в развитие Карачаево-Черкесской Республики. Удостоверение под номером 005 за усердие и полезность. Мои родители сыграли огромную роль в завоевании всех этих кубков и медалей. Хотел бы выразить огромную благодарность своему отцу. Он же является моим личным тренером за хорошую и качественную подготовку ко всем турнирам. Хардкор иду для того, чтобы победить, заработать денег, открыть свой зал, помочь молодому поколению развиваться в хорошем зале, работать и при этом самому оставаться в силе с боксом. Я Алёшкин Фарид, боксер и боец. Иду вперед, несмотря ни на что. У меня нет места для сомнений и страха. Я иду в хардкор только для победы.